eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Что ж, друзья, всем привет, с вами StarLadder TV, в студии Slam, мы смотрим матчи 12-го аж марта, вот так вот. Ну, здесь выступают команда Майам, команда Кик, третий матч игрового вечера, ну, перед, наверное, зарубкой. Вообще, у Кик еще сегодня есть одна встреча, да, мы ее будем с вами смотреть, обязательно встреча с командой GamePub, но только после Майам и великолепной команды из Эстонии, которая, друзья, этих парней, ну, всегда стоит представлять грозными. На самом деле, эти парни вышли из про-серии, все об этом прекрасно знают. И вот очень приятно видеть то, что все-таки есть Counter-Strike, он жив, да. Есть команды, которые стараются, прошли огонь, воду и медные трубы. И, в общем-то, сайт-пик, друзья, на ваших экранах прямо сейчас. Майам, Гейминг, Кик, команда из Португалии в составе Мутирис, Фоксирис, Skill Dreams, Emotion, RMN. Ну вот Emotion... Эх, Emotion. Ну вот в официальных матчах я не знаю, какой он будет, но, по-моему, явно пока что чутка слабенький. Вообще еще у них есть один стендин интересный. Ну вот Kill Dreams жарил в том сезоне, в этом пока непонятно, будет или нет. Так, Кики, ну что, да, расправились с Майами. Быстро, по-моему, это Stay. Да, Stay Go написали игроки команды Kick. Готовы начинать за защиту. Конечно же, на этой карте эта сторона явно будет для них посильнее. Ну и составы на ваших экранах. Состав команды Майам, Нуга, Эверест, Дотс, Хеликс и Чети. Вот так вот. Ну, Нуга это нож, поэтому нож вам всем. Всем ножа, господа, понеслась. Первый пистолетный раунд команды Кик. Так, давайте смотреть. Расстановка сил не классическая. Три игрока делают упор на Б-пленте. Номера 1, 3, 4. Номера 2, 5 остаются стоять по позициям на А. И РМН играет в чек дома. И наглый Фоксирис на центре. Что, собственно говоря, ну, для меня не удивление. Для вас тоже удивлением быть не должно. Все мы знаем, что португальцы выставляют именно Фокса в центре. Вот на перетяжке интересно будет играть Emotion. Не будет Kill Dreams, там Утирис поджал дугу. Майам Гейминг пытаются сейчас выжить под атаку. Кстати, посмотрите, на дуге ничего не получилось толком сделать португальцам. И Майам могут сейчас за счет дотза открыться на, при том, что нормально. Фоксирис в пленте, минус большие пески должны были быть сейчас от Майам. Да, вообще весь плент развалился параллельно тому, как дотс расправлялся с песками. И 4 фрага залетели буквально в считанные секунды. Сами все видели, остается последний Мутирис, который пытается обтянуть лямку, но она не такая уж и резиновая на самом-то деле. 1-0, Майам играет просто шедеврально, идеальный пистолетный раунд, не теряют ни одного игрока. И самое главное, умудряются зайти на А через 20, что, в принципе, было очень тяжело. С плента принимало просто двое, один был на малых, и еще один игрок был в больших песках. Но вы сами прекрасно видели, как Майам все-таки в перестрелке разобрались. Но будем надеяться, что этот матч для Майам станет, может быть, победным. Вообще, на StarLadder'е Майам, конечно, вот в стар-серии StarLadder'а начали неплохо, показали свои сильные и слабые стороны. Но, тем не менее, вот за последние встречи мы замечали со Страйком то, что все-таки не дотягивают парни немного. И я вот не помню, какой это был день. Вот в какой-то день в стар-серии я ее не комментировал. И там играла как раз-таки команда Майама. Вот там было весело. Вроде бы с геймпабами, если я не ошибаюсь. Но там их унесли. Ну, ура. Так, дотс уходит сейчас с ковров. И Кик начинают, по-моему, понимать, что это будет Б-плент. На дуге Kill Dreams слышит топот. Понимает то, что на выпад сыграть еще можно. Флешка. И стреляет не в того игрока. Перекрывает нож. Нормально заходит. Все, не дали сыграть на выпад. Уже круто. Попытка пройти хелпу, ну, достаточно быстро. И Мутирис минус 2 сходу пытается РМН выйти в перекрестный огонь. Попадает по голове, дает много демейджа. Добавок ко всему по додзу, вот Геликс и додз вдвоем. Ну, жесть, бомба стоит, додз не убивает дугу, не справляется с
Фоксирисом и последний минус от Эмоушена. Команда Кик из Португалии блестяще играет CZ раунд на Эко и читает действия команды Майам. Ну, поторопились Майам на самом-то деле с перетяжкой на дугу, как бы, но... Но самый, по-моему, жир был в том, что вот у Киков кто-то, скорее всего, чекал, потому что просто так бы не ушли. Ну, надо было дом напрягать по максимуму. 1-1 в итоге сходу, и теперь нет денег у команды Майам вот уже на третий раунд. 2500, 3200, слабенько, слабенько. Надо попробовать как-то им сейчас разогнаться. Может быть, с пистолетами выстрелят. Ну что ж, давайте смотреть. Вот по карте видно, что отправляются ребята реально петь лебединую песню. Скорее всего, занимают дом. Ну и пассивка это будет или агрессия. Сейчас узнаем. Вообще в арсенале у них ничего нету, поэтому я предполагаю, что это изначально... Изначально это мог быть пуш 5 ковры, но, скорее всего, попробуют сыграть через главку. Ну, оно в любом случае, либо главка... Не, ковры, ковры. Смотрите, бомба на третьем игроке, по-моему, первый влево, второй вправо. Один в плен, четвертый закрывает и... Оп-оп-оп, десант из Эстонии пытается высадиться на... Ну и, как видим, этот десант, в принципе, был сейчас съеден эмоушеном. Вот забывают про пески. Надо было все-таки флешку или дым какой-то взять под такие выходы. Непонятно, зачем... Непонятно, зачем они решили сначала идти на главку, а потом на ковры. Ни дыма, ни флеша не было. Ну вот надо было, лучше бы рискнули, купили бы пару дымов, потратили $600, но железно бы убивали хотя бы одну позицию, которая их принимала. А так, что они вышли, что не вышли, толку от этого нет никакого. 2-1. Команда Кик настроена серьезно на сегодня. Вот после этой встречи их ожидают геймпап, которые в свою очередь постараются удивить всех нас. И наказать, так скажем, оппонентов из Сербии. Ну, Кик явно негодует по поводу того, что все-таки на лан они в том сезоне не попали. И устроили из этого небольшой скандал, но все нормально, все хорошо, играют дальше. Вот мне же все-таки интересно, кто же у них будет сильнее. Какая карта самая главная? Если будет Dust 2, ну, понятно, что Кик, скорее всего, возьмут без проблем. Если будет нюк, вот это уже будет борьба. Здесь я не ожидал увидеть Инферно. Скорее всего, я вот пропустил пикчер карт. Да-да-да, выхожу из студии в момент перерыва между матчами. Сразу же ухожу, убегаю просто из комментаторской, и все, и не иду сюда до матча, потому что там у нас в арене гости, и можно посидеть на диванчике и пообщаться. Так, Чети. Бывает Фоксириса. 3 в 3 ситуация. Ну вот оно, напряжение начинается. Чети забирает эмоушена на коврах. И это явно знак, то, что минус 2 на парни. Выходим. Все. Малый дым утерес. Ничего уже просто поделать здесь не сможет. Нуга. Отличный минус. И Kill Dreams остается. Один-одинешенек. Против троих игроков нападения. Чети, Нуга. Игрок с ником Феждз. Феждз. Что это значит? Знать не знаю, но... Не отказался бы узнать. Уходит Kill Dream сейвить этот АКМ. Смысла, конечно же, нет. Умирать. Ну и бомба для Майам. Удивительно то, что они Kill Dreams-то испугались, не пошли искать. Конечно, в такой ситуации лучше полностью сдохнуть, но убить все-таки этот сейв. Ну, посмотрите, 7-1, 3-2. Вот надо было все-таки добивать. Надо было добивать, чтобы напрячь экономику. А так в итоге один остался, один даст дроп, и все. И это закуп для команды. Еще и АВП у Фокса, даже дроп. Ну, нет, дроп дал какой-то другой игрок, походу, как я понял. А вот Фоксирис сейчас будет с первым респауном пытаться нас порадовать. Давайте смотреть, будет ли какой-то минус. А, его начекали! Ой, хитрые Майам какие! Понимают то, что этот парень будет выпадать. А вот эта игра уже совсем в другие ворота. Фоксирис выходит просто настолько борзо на полтора, что вот Чети умирает. И сейчас, скорее всего, у Майам вот такая штука должна была пройти в инфе. Почему не взяли мидл? Дымить надо, дымить! Ведь должны Майам-то хоть как-то понимать, что все-таки... Фоксирис это не слабый снайпер, он будет действовать агрессивно, он это уже делал в матчах с другими командами. И в итоге вот такой незачитанный момент, вернее зачитанный, прочеканный, но не сконтрили его, 4 в 5. Слоуплей под Б плен, здесь на самом деле команда Кик уже знает, что сейчас будет выход на Б, у них просто валхак, я шучу. Они просто знают это.
Первый дым, флешка, Майами сейчас не понимают, что хотят от них кить. На самом деле, вот эта раскидка от киков, от португальцев больше напоминает развод на экшен, если, конечно, сейчас кто-то не будет убегать. Оп, интересный молотов, чтобы сбить плент, чтобы Kill Dreams не отсейвился. И ого-го, какой жим от Мутириса. Ну, все четко сделал, но все равно стэк бы плента падает. Забрали и Мутириса также, мог дожать второго-третьего. Будет очень медленная хелпа от кик, но есть ТВП, поэтому позиция на Б3 и тупка вообще здесь не вариант в этой ситуации. Прощается жизнь Dots. Ну и смотрим, чем закончится этот раунд. Ну, Б3 не вариант, смотрите, раскидка флешек. Вообще со всех флангов просто окружили здесь сейчас Феста. Спокойненько забрили, закрыли, и раунд, в принципе, достается кикам. 3-2. Кик впервые выходит вперед в этом матче уже на пятом раунде. Это жесть. Как она есть. Майам, конечно, запнулись, очень сильно запнулись вот на дуге при выходе на Б. Четкий молотов, чтобы сбить позицию, но именно с этой позиции они изначально и не справились. При том, что посмотрели вчетвером туда, забыли про хелпу, не кинули туда ни дым, ни флеш. И вот все закончилось плохо. Фокс, нога. Попадает по Хеликсу. Попадает по нуге. Он же нога, он же нож. Кидает гранатку, ну и это бонус демейдж. Смотрим, пытаются ворваться. Граната вторая не оставляет жизни нуги никакой. Фоксирис пытается стоять 15 и его жрет спокойненько Геликс, Мутирис. В качестве суппорта не пропускает арку. Ну и, в общем-то, атака сейчас встала на 15. И тут надо либо драться, либо бежать. И лучше бежать. Пытается выпасть Мутирис. Выпадает. Влушенный АВП, влушенный пистолетчик. Ну что может быть лучше? Какая все-таки флешка от Мутириса? Минус 4 в раунде и... Или даже минус 3. Ну и он доминировал сейчас команду Майам. Матч для Майам продолжается. Несмотря ни на что, для них это будут, наверное, первые очки, если они здесь вытянут хотя бы на ничейку, но... Прогнозов делать никаких не будем. Текущее положение в турнирной таблице. Команда Майам сейчас находится с одной победой. За 4 матча они одну взяли, 3 проиграли. А вот команда Кик проиграла один матч и один... И это был вообще их единственный матч, который они играли на StarLadder. Ну, к примеру, чуть-чуть, наверное, да, отдалимся от StarLadder, чтобы понять команду Кик. Но в следующем раунде я вам объясню... Один интересный нюанс, который присутствует сейчас не в действиях команды Кика, а вот что касается их реально формы, игровой, боевой, и какие они плотные и неплотные. Пока, можно сказать, сейчас РМНу на двадцатке, но Майам не контрят, красные заходят, встают в ряд, Мутирис собирает спокойненько первого. Попадают по РМНу, Dots повел нормально, но не справились все-таки. Их не дают просто зайти Майам на главку. Нормально продолжает терроризировать. Хороший подхват от Феста, ошибка от Фоксириса и реализация... Не заставило себя долго ждать. Тем не менее, Майам совершает ту же ошибку, что и в прошлом раунде Нека. Они остаются стоять на месте. И в итоге, ну, Майам пойдут на Б. Плент пустой, поэтому все окей. В этот момент Кик понимает то, что, скорее всего, это Б. Ну, пушить КТ респаун здесь уже тупо. А вот номер 5, он же РМН, может сейчас удивить. Все, понимает РМН то, что... Это Б-плент. Не знают Майам его местоположений. И он в итоге убивает одного из игроков атаки вообще практически бесплатно. Влетает молотов. Ну и Ферст попробует контрить. Ну вот то, что он не основной игрок состава, явно видно. И ошибка от Эмоушена. Но я говорил, что этот чувак стреляет хорошо, а вот тупо просто прям посмотреть не смог, да? Ну и игра красного РМН. Ну тут надо тащить. Тащить эту бомбу по-любому просто нельзя так отдавать. И это делает игрок команды Майам. Счет становится 4-3. Наступают на пятки. Эстонцы. Так вот, форма португальской команды, какая она? Буквально недавно мы с вами смотрели Frogbite Masters, группу А, которую комментировал для вас я. И мы с вами видели, насколько Кик на самом-то деле хороши. Ну, они на своей сильной карте обыграли Na'Vi в матче за выход из группы. Не дали никакой борьбы на Inferno против команды NiP, но Na'Vi-то обыграли, а значит... Здесь могут обыграть также любую команду. Ну, с каждым просто сезоном Кик играют все лучше и лучше. И с этим нельзя поспорить. Так, ну вот ногу сбрили. Снова главочка. Одна минута до конца, и будут ломать 15. Ну, уже получалось заходить. Вот, в принципе, сейчас свой успех Чети закрепил. Но Фоксирис опять ошибается, опять пропускает. И вот снова дырка образуется в защите
У Майам. Вот 3 в 3 на Апленте приятно смотреть. Эмоушен. Опять просто ловит. Ну вот у него будут одни эмоции после этого матча. Ну, Майам на самом деле очень блистательно заходит на Апленте, при том, что играя пошагово, контрит практически всех. Геликс. 1-1-1. Против Kill Dreams. Все равно нехватка есть здесь у Майам. Зашли нормально, сделали опен хороший, но почему-то, как мы видим, остались в такой глупой ситуации. Так, ну вот сейчас еще Геликс отвернется в тайминг и будет вообще 5. Отворачивается. Но справляется с Kill Dreams. Молодец. Молодцом. 4-4. Майам сравнивают счет, заставляют экономику команды Geek сойти на нет, и теперь можно доминировать целый раунд, если, конечно, не... Если, конечно, кик не соберутся и не устроят какую-то засаду, в которую, в принципе, Майам могут выйти. Итак. Отсидка в ямы команды Майам Гейминг. Правильное решение. Очень правильное решение. Ну, во-первых, не попадают на пуш. Но самое главное, чтобы они звеньями не расходились, потому что... Вот тройка у Майам играет хорошо, да, если они там втроем. Но сомнительно, мне кажется, вот этот Фештс, или, не знаю, не выговорить его ник. И почему-то мы не видим Додза. Додз, кстати, очень старый игрок, еще за Синг играл в свое время в 1.6. Я помню, мы на стриме как-то пытались узнать, кто есть кто. Еще на первом матче Майам Гейминг, врыв 15. Ну, там сразу получает Фокс по щам, Додз спокойно должен проходить ковры. Вообще без проблем должны залетать сейчас фраги, и оно, в принципе, и произошло. Остается только Kill Dreams, который зааркадил с Б, и Blind центр. Игра 15, нет, нет, без потерь. Великолепный антиэко раунд от команды Майам Гейминг, и Кик сейчас должны покупать. Смотрим, экономика 4-3, а ВП не будет, это уже тяжело. Хотя, глядя, вот как Фоксирис пропускает 15 и не попадает Савика, при том, что не хватает ему еще внимательности явно в некоторых моментах. Можно с уверенностью сказать, что АВП оно им и не надо особо сильно-то. Можно просто перестраиваться на закрытый дефенс и принимать сплунта. Майам Гейминг, они вот пассивны в начальной стадии раунда, но когда идет игра уже от плунта, они проявляют максимум агрессии, что, в принципе, для кик не очень удобно. Они привыкли ломать чьи-то планы, а не перестреливать бешеных стрелков. Не то, чтобы я тут отметил стрельбу Майам, но то, что стреляют они здорово, это факт. Ну что ж, давайте смотреть. Вот опять Бплент. Звено Бплента играет в упоре. Kill Dreams. Хорошая флешка. И только с одним минусом Майам Гейминг великолепно. Занимает Бплент. Вообще спокойно. Не играет хелпа у португальской команды. Ну и это сейв трех девайсов. Все, что здесь можно пока сказать. Выбивание, выбивание здесь просто не будет. Просто не будет. Оно такое не по шансам, что... Да вроде и бросить есть что-то, но... Сейчас, грубо говоря, Майам просто дали такого леща португальскому коллективу, что стыдно должно быть кикам. Ой-ой-ой, как стыдно. Играть два раунда подряд одну и ту же позицию, при том, что один раз приняли, второй раз... Второй раз уже Майам просто знали, что нужно делать. Не давали... Дали тот же Молотов, выкурили позицию в упоре, справились с хелпой. Хотя флешка, знаете... Тут, наверное, косяк больше Мутириса, чем Kill Dreams, потому что флешка от Kill Dreams была на кафель, брошена очень-очень вовремя. Вы видели, как она, в принципе, залетела, и там трое стояло просто рукой ко лбу. Ну, три типа стоят, меряют температуру, таких надо было забирать. Вот почему Мутирис не убил, я так и не понял. В общем, неординарный выход бы плента. Надо как-то, тик, не знаю, комбинировать свои позиции, менять их. В общем, повторный бай для португальцев. Будут пытаться сейчас не отпустить... В разгул команду Майам по счету, потому что 6-4, это сначала два преимущества, потом будет 3. Потом упадет экономика, и уже вот-вот 4 раунда преимущества. А потом и первая половина 9 или 11-4 может закончиться, или 10-5, или 9-6. Ладно, но я думаю, что 9-6 будет. В любом случае, для Майам уже счет комфортный, и все, что им нужно сейчас сделать, это пару раундов напрячься, чтобы забрать хотя бы 7, а потом уже думать о второй половине и показывать там максимум. Dots минус Emotion. Изи-пизи, говорит Dots, но вот этот парень Emotion реально уже в двух моментах, как я заметил, сыграл явно не на все 100%, явно не уверенно. Так, Фоксирис туда же. Ну, может быть, сейчас, конечно, РМН задаст жару, но пока что-то жар задает по РМНу. Ого, ногу остановили, в коврах сидит игрок, на контакт, на контакт.
Флешка 20. Майам все-таки словили свои проблемы, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. РМН. Граната от Нуги. Забирает вейфплент. Феш с минус. Мутирис и... Дождавшись своего третьего, Майам, в принципе, прикольно атаковали. Вот РМН минусы сделал в пленте, но ошибся на коврах. Не ждал граната. Килдрим 1 в 2. Два игрока красные. 2 хп и 12 хп. Разница лишь в 10. Но тут дерись или беги. Заход в плент контрит Феш. С позиции вообще стрёмной. Просто дожидается на голову. Тот даже не чекает. Беда. 4-7. Сейчас, если открыли консольки, игроки команды Кика не понимают, какой у них все-таки недобор по стрельбе в этом матче. Ну тут явно видно недобор. Все, 7-4. В зону комфортного счета попадают в ММ Гейминг для слабой стороны. Но непонятно, какая у них защита. Сильная она будет или нет, пока не ясно. Поэтому смотрим. Так, Дотс сыграет через дом. Кикс сосредоточили свои позиции на центре, при том, что в агрессивном... агрессивно пытаются себя подавать. На первых секундах, с одной стороны, это очень даже хорошо, и это то, ну, им просто надо как-то сейчас вот оставить за собой пару точек, чтобы туда Майам просто даже не ходили. Нужно показать, что здесь реально принимают жестко, и там принимают жестко. Но пока вот Emotion не может убить в АБЦ ситуации, а его друг Фоксири сдохнет в той же точке, просто пытаясь ее занять, это явно непрофессионально, явно нехорошо. Ну и выход на Б-плент играет сейчас команда Майам, повторный килл. Ну, смена позиции. Мутирис килл Дримст. Боится килл Дримст Молотова. Мутирис принимает Нугу. И Майам моментально разворачиваются и уходят. Помощи килл Дримста не потребовалось. Эта ситуация считается. Смотрим на Эмоушена. Справится ли он на этот раз? Пока непонятно. Ну вот плент по нему не фокусит. В итоге забирает белого. Еще один с температурой. Надо было ловить. Хеликс лезет на Эмоушена. Ну, такого надо принимать. И Эмоушен в этом раунде играет крайне уверенно. 4 фрага. И прием всей агрессии на двадцатке. Счет становится 5-7. Все-таки надо было пробовать идти Б. Вот сейчас, наверное, подумали об этом ребята из Португалии. Тринадцатый раунд. Нас уже 9000, друзья, смотрят трансляцию. Hello, guys. Good evening. Так, КС продолжается. Майам занимает дом. Феш в яме. Бэплэнд быстро не пошли. Изоляционный дым немножко притормозил Дугу. И, ну, Нуга, естественно, здесь просто не пошел. Пока что Майам растянут по центру. Так, ну и Майам срываются на главку, пропускает Фоксирис, и тот пытается реализовать позицию, но жаркого момента не получается. Emotion выходит в дым, попробует закрыть в спину хотя бы одного. Дым на центре продевается, чтобы не было аркады с дуги. Дотс разбрасывается, Майам уже в пленте и понимает Emotion то, что где-то его обманули. Ого, позиция Чети на ящике, жесть. В итоге 2 в 3, ситуация для Кик крайне печальная. Двойка убивается, так, 15 падает, вообще спокойно. Смотрим на Kill Dreams, РМН все еще в коврах, вернее в песках. Ну, парень там сидел весь раунд, не знаю, чем думали Майам, но явно на вы... Вот один на один. Ну все, дуэлечка. Дуэлечка, господа. РМН попадает плотно. Чети тоже, но Чети сильнее. 8-5. Португальский коллектив. Это вам не Локомотив. И пока что протарабаниться не может. Ну, надо как-то им, не знаю, припереться. Так, друзья, еще раз повторяю всем. Если вы обсуждаете политику, обсуждаете какую-то жесть, в том числе и в чате, Твича, в социальных сетях StarLadder TV, где угодно, если вы пытаетесь кого-то этим оскорбить, задеть или обидеть, или вообще просто хотя бы это обсуждаете, вы за это получаете неминуемый бан, перманентный навсегда. А при появлении информации о вашем Steam ID вы получаете еще баны на StarLadder как игрок. Это вот чтобы точно на верочку избавляться от таких непонятных людей. Не портите наше игровое комьюнити, пожалуйста. Мы все добрые, мы все любим рубиться, и это самое главное. Так, ну и 5 в 4. Смотрите, все-таки сейчас взяли ЦЗшки в руки. Кики попробует забрать свой 6-й раунд. Может даже получится. Как я смотрю, пока Фоксирис божит. Но мне непонятно, почему там Нуга так сидит. Вот почему он это делает. А, он ждет. Он думает, что сейчас там будет выпад.
Ну, не-не-не, здесь уже такой, знаете, польский стилек на пистолетах, зря Майам надеется, что будут... Тут даже на... Ну, вот команду Кик на экшен не развести, тем более в таком неординарном раунде, как ЦЗшки, при том, что Майам не играли уверенного четкого антиэка. Ну, и сейчас, по-моему, опять будет, да? Нет, Флэрмен развалил двоих спокойно, все, остается последний фест, ну, явно не самый жаркий парень в этой команде. Ну, и игра 1 в 4, это, конечно, неминуемое крутое пике. Слышит арку, слышит плен, слышит 15, Фоксирис уже там. Ну и тут со всех сторон его закрывают просто, ничего не сделать. Все плохо, 6-8, кик берут 6, ну и 8-7, скорее всего, мы увидим в конце этой половины. Возможно, кик просто не отдадут сейчас. Девятый Майамом. У Майам, кстати, экономика подупала за последние пару раундов, которые они бомбу не ставили. И вот, например, в этом раунде совсем уж плохо сыграли, развалились. А Фоксирис берет АВП. Это уже его третья попытка попытаться показать, какой он снайпер на Инферно. И вот сейчас явно видно, что постарался показать. Хотят кик 8-7. Хотят 8-7 и показывать нападение. Но мне кажется, что Майам должны быть готовы играть на 9-6. Занятие главки. Майам просто как бешеные поломились мстить на плент Фоксирису, но толку никакого нету. Кик просто переформирует свой дефенс под более глубокую защиту. И тем не менее, Майам не оставляет попыток, пытаются зацепиться за 15. Здесь опять 3 игрока. 4-1 была схема. И в этот момент, в самый нужный момент, нужно просто развернуться и уйти. В принципе, Майам делают. Поступают правильно, но они не учитывают того, что хелпа успеет застать их врасплох и не знают, что он. Что их ждет на Б. Так, смог хелпа, килл Дримест, попытка сыграть по головам. Дотс, как знал, что он куда нужно стрелять. Тем не менее, Геликс сгорел, не дошел до плента. Феш ставит бомбу, 2 в 3 ситуация. Ремен красный. Это немножко может облегчить задачу. Феш очень опасно играет сейчас. Бомба, кстати, стоит, по-моему, на дугу, если я не ошибаюсь. Да, бомба стоит на дугу, все ок. Расправляется с первым. Фешт обходит. Есть игрок с хелпы. Невнимательно играет кик при выбивании. Ну вот не могут синхронизировать свои действия позиционно. И, в общем-то, 9-6 первая половина для команды Майам. Очень хороший счет. Даже слов нет. Просто великолепно сыграли. Вот от кик я, конечно же, ждал куда больше. Да и вы, наверное, тоже ждали куда больше эффективности. Но показали они себя не с лучшей стороны, это факт. Ну и финальная статистика на первую половину. РМН 14 на 11. 11 на 10 Фоксирис. Эмоушен 11 на 9. 11 на 11 Мутирис. Килл Дримс 4 на 10. Майам Гейминг. Фешт 14 на 8. 12 на 11 Чети. Хеликс 8 на 11. Ну и у трех игроков отрицательно. Ну вот Чети сыграл. Фешт тоже. Додзе не видно вообще. Вот мне он запомнился именно в первом матче, который мы смотрели с участием команды Майам на Стар-серии, вот там он был куда более груб, куда более жесток, куда более нереален, куда более оптимистичен. В общем, все было в одном. И чем это закончится сейчас, пока непонятно. Так, у меня вот тут есть соседний компьютер Страйка. Я хотел сейчас попробовать открыть хоть какой-то чат, хоть что-то, но у Страйка на компьютере, по-моему, выходной у браузера. Ну, просто потому что вот такие вот дела. Во, все. Теперь я буду мониторить ситуацию на стриме и понимать, что происходит. Спасибо вам. Да нет, спасибо, что вы мне в Твиттер пишете и говорите, что косяки на трансляции, дропы, теперь это будет мониториться. Ладно, масс декои на Б, на вообще, декои просто есть везде. И кик растянутый, Фоксирис под Б, Килл Дримс тоже. Яма, бомба только-только выходит с ямы. Майам не знаю то, что это будет Б, но их здесь сейчас очень-очень хорошо напугали. Их напугали дугу, в итоге ушли, оставили Фоксириса. Тут пытается напрягать, но Майам все еще сохраняет за собой позиции. И эту команду так же сложно развести, как и самих Хик. Ответная моменталка на 15. И ой-ой-ой, какой тайминг, какая стрельба. Но тут надо топить. Играет Чети просто бешено. Нуга пытается сдержать в пленте эту агрессию. В итоге это удается сделать. Размен на 3-2. Килл Дримс пытается оставить за собой точку с бомбой. Хеликс с ним стреляется, не по шансам, оставаясь красный, попадает по голове. Фокс 1 в 3. Вот это Габелла, вот это Майам. Как они чудовищно просто разорвали на 15 команду кик. Но еще ничего не закончено. Главный бомбардир коллектива и самая главная звезда португальской КС-сцены все еще готов жарить 2 на 20. И походу сейчас мы увидим с вами... Ой,
Ой-о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 й! И Fox Series мог сейчас потащить такую халяву, но просто не хватило ему чуть-чуть вот отстрейфиться влево, чтобы забрать второго красного игрока. Шикарно, сказал бы сейчас, наверное, Картман в Сус-парке, но в итоге 10-6, и Кик остается надеяться только на быстрые пистолеты. И больше халявы мы не увидим. Такой пикантный момент, конечно, забудется не скоро. 4 раунда преимущества Miam Gaming полны непредсказуемости, и эти парни нас сегодня удивляют. Вот вообще, знаете, сегодня мы ждали от Aces эпичного матча с Meet You Makers. Не получилось. Мы ждали от Aces хорошей качественной игры на Мираже против Alternate Attacks. Тоже не получилось. И вот вроде бы остались матчи команды Kick. И вроде бы им будет противостоять Miam, которые в последний раз себя не очень уверенно показали. И тут команда Miam нас всех радует. Ну, да будет экшен. В общем, Miam сами не могут поверить своему счастью. Играют очень-очень сосредоточенно против пистолетов и не теряют ни одного игрока. Это огромный плюс, понимая свою экономику. Ну, вообще, сейчас есть шанс набрать экономику, но вот все зависит, все будет решаться именно в этом раунде. Вот если сейчас Фешт выкинет свой бизон, возьмет хотя бы... Вообще, посмотрите, 4 ФАМАСа, 1 бизон, флешки у команды Кик, 1 ЦЗшка, так, 2, 3 Галила, 1 АКМ, это уже, грубо говоря, напоминает полноценный бай. Еще и раскидка есть под один выход. Под один выход на точку, ну это же жесть. Так, Хеликса простреливают на 50. Начало плохое. А с чего хоть он там стрелял, мне интересно. Давайте посмотрим. Так, РМН, покажи свою пушку. Сгалило, лол, сгалило. Он так, Чети уже упал. И куда он, самое главное, стрелял? Ого, ого. Вот это жесть, конечно. Ну что ж, минус Чети. Минус один игрок на 2-2 по плунтам стоит команда Miam Gaming. Дос готов перетянуться. И выход главка. Выход 15, без шансов для Нуги. Стрельба, киков... Ну, тут РМН уже просто вышел. Тут сразу голова номер 0. Он же дот. Сможет ли пресечь попытку прохода? Да, пропускает 15. Все, игрок в плунте должен был сейчас спрятаться. Ну, либо спрятаться в плунте, либо ждать. Дот забирает оставшегося килл-дримста. Отрезать спину не получилось. Кик пока не верит команде Miam, то что плент пустой. И вот почему не надо им было верить. Геликс, 20. Ну, тут надо врасплох заставать. Но Кик фокусят в 3 девайса. 20-ка ковры, 15. И Фешт просто здесь, ну, просто пешка в этой славной драке. Потрясающая динамика игры у португальцев. Просто потрясающая. Все вместе, всей бандой. Ну, убиваем вместе, умираем вместе. И в итоге берут раунд. 7-11. Команда Kick выбирается с лузового минимума и попробует сейчас прокатиться по головам Miam. А вот Miam надо было быть готовым к баю. И если Kick хотели удивить, то это получилось. Если Miam не ожидали этого девайсного раунда, то здесь уже отсутствие опыта сказывается. На самом деле, волевой бай от команды Kick показал, что они хотят выиграть эту игру. И, скорее всего, сделают для этого определенно максимум. Так что Miam нужно быть фантастически твердыми на девайсах. Так, сможет ли Чети разменять? Нет, не разменивает. Мутириса даже желания у него нету. Вообще испугался, убежал на ковры. Молодец. Ну и Kick начинает с опенфрага в 19 раунде. У Miam засада на Б. Первый слева умирает, второй остается стоять. Ну, Фежда здесь не было, зря ладится. Еще 6 пуль было. Не успевает, короче, перезарядиться. И его загоняют спокойненько на Б. Б-план пустой, бомба Б. Все, Miam осталось только собирать халяву. Дается Чети. РМН на Верочку разыграл. АКМ. Ну и номер 8, Нуга. С Диглом. Дигл у него такой синий край. Слушайте, Дигл Гейзенберг это можно назвать. Реально, Дигл во все тяжкие. Breaking Bad Дигл. Смотрите, какой Нуга хитрый. Нож уже себе нашел, девайс, увидел врага. Но вот этот мутириса спрея не ушел. АКМ заберут по-любому. И это 11-8. Уже не так все радостно и сладостно у команды Miam, как они думали. Все сейчас чуть-чуть по-другому. И есть ТВПУ Додзе. Додз будет играть Б. Это либо 4-1. Нет, 3-2. Классическая расстановка сил у эстонской команды. Португальцы же... Так, у португальцев был респ и моушен. Это раскидка ХАЕ. Боятся поджима с ВП. Так, ну и Дос. Уверенно не пропускает бревна, падает эмоушен. И бомба лежит просто так сладко. Ой-ой-ой.
В общем, вы понимаете, что ВП сейчас просто не должно отпускать. В итоге Дотс убивает спокойно забирающийся на бревна Фоксирис. Авик падает, Дотс в шоке, Федж остается один. Нуга думает, что пора стягиваться. И вот сейчас Мутирис находится, смотрите, где-то ковры. И сейчас, если пойдет перетяжка, Мутирис или РМН просто это все дело услышит. Но тайминг прошел, и Кик принимает решение забить болт на то, чтобы играть в какой-то там красивый интуитивный Counter-Strike. И просто, скорее всего, перетянуться под Б. Которая в этот момент раскидывается двумя тиммейтами звена Апланта. Так, ну, странно вообще. Фоксирис раскидал, ему помог Killdreams, но никто никуда не пошел. А, вот она, где хитропопость себя проявила. Посмотрите, они просто 15 зашли, спокойно раскидали, 2 под Б подождало, все, жесть. Это вообще идея. Как детей. Команда из Португалии разрывает Майам в этом раунде тупо обманным маневром. Ну вот, конечно, риск велик заходы на 15, то, что вы там получите по голове сразу там от одного-двух девайсов. Но когда я уже посмотрел на карту, вернее, мы смотрели на Фокса и не понимали, почему они никуда не идут, раскидали. Неужели ждут банально, неужели они думают, что кто-то выйдет? Ну вот все оказалось хитрее, чем мы думали. Португальцы, конечно, сейчас блеснули проходом в 15. Нужно будет потом пересмотреть этот момент обязательно в демке. Или, да, желательно в демке, потому что уж очень... Я бы даже сказал, да не очень, а супер правильное решение приняли португальцы вот в последний момент. Ого, Вальф, а где горы? Ну что ж, 11-9. Кик вот-вот сравняют счеты, у Miami Gaming должно потихонечку бомбить. Так, поджим Б от Miami Gaming. Это интересно. Смотрим, справится ли Кик. Ну, нормальный спрей. Дым вообще супер. Нуга сносит эмоушена. Вот знаете, давайте смотреть на эмоушена. Какая у него 14-14 играет эмоушен, но он вот умирает постоянно первый. Хуже может быть только Killdreams, у которого 4-13. Но если играет сейчас реально менеджер этой команды... Не, ну, мы думали в том сезоне, что это менеджер. В итоге сейчас по статистике я готов согласиться с тем, что, скорее всего, это менеджер, который обычно стримит матчи. Так, закидка дыма. Фокс, выбор 15. Врасплох просто Фешта застает. Ну, тайминги опять не считают. И снова то же самое, что и в прошлом раунде. Дотс. Дотс понимает то, что никто не стал нырять на КТ респаун. И Майам просто ждут. Дожидается Геликс. Чети. Геликса сносят. Остается Чети. В планке есть игрок атаки. Это РМН, он последний. Но вряд ли выживет. И Майам все-таки берут 12-е очко. Обыгрывая команду Кик. Ну, изначально Кик, когда решились все-таки заходить в этот эпичный... Когда они подписали себя на то, что пойдут на 15 и зайдут в этот эпичный расклад, они уже понимали, что будет все очень-очень плохо. Ну, 114 пинг Фоксириса, кстати. Вот такой вот... Такой вот сегодня день у Фокса. У эстонцев, конечно, получше, но 66 Геликс, например, и... это тоже, на самом деле, очень большой пинг для 128 кикрейта. Для 64 еще куда не шло, а вот для 128 уж супер. Супер хреново. Но на 60 ты уже чувствуешь, куда не летит. Но на самом деле, по ощущениям, я думаю, как 40-30. Вообще, изначально в CSGO был такой код сетевой прикольный, что даже с пингом 120 ты играл как 60 в 1.6. Но это по ощущениям. Если еще компьютер хороший, то вообще хорошо. Так, моменталка от Нуги. Ну, его здесь пытались сейчас Кикира забрать флешоны. В итоге были втроем флешоны. Еще флешки налетают. Вторая волна закидки. Ну и 15. 15 проходит. Смотрим на Геликса. Его должны... Ну, включи бёрст, попади в голову. Дотс. Успеет ли Дотс здесь замкнуть португальскую команду? Кидает гранату. Опасная хэшка. Бомба ставится дефолт. РМН ускользнул буквально в секунду от него. Большие пески. И Дотс должен держать под контролем эту позицию. В этот момент. Где же ты, Феш? Не, ну тут уже не взять. Тут уже просто не взять. Все, один плент, один пески. Знает об этом Феш. Будет давить песочного. Да, песочный падает первым. Один на один на планете. Но здесь все по инициативе Моушена делается. Он так дергает бомбу. Моушен обходит и спокойненько ставит пачку. Ну, в общем, моя могли, но понятно было, что Кик все-таки заберут 3 в 2. Эту бомбу 12-10. Продолжают наступать на пятки горячие парни из Португалии. А вот у команды Miami Gaming сейчас явно есть...
желание потащить одну пистолетку. Сливную пистолетку, между прочим. Ну, смотрим на деньги. 2-5, 3-1, 1-7, 3-4, 1-9. О, вот у Додза, что же у Додза будет? Додз пустой. Вот так вот. Пошел отсюда, говорит. Пошел отсюда. Минус Мутирис на втором медле. Не такая вот нестандартная аркада, которую обычно никто не ждет в раундах против Эка и отсутствия экономики. И open фраг для Чети. Правда, прострелом его могли добить. Ну да, у него еще на заходе оставалось 34. Вот я сейчас в повторе увидел этот момент и понял то, что действительно он уже заходил, уже был простреленный. Скорее всего, хае через мид, наверное, залетело в него. По нему никто со второго не попал. Ну и Кик начинают немножечко сейчас паниковать. Правда, не особо сильно. Три игрока сохраняют готовность прикрывать друг друга. РМН играет воины-одиночку. Его задача просто прочекать ковры. Ну и Кик сейчас явно угадывают направление атаки по нему. Ну, будут стоять, посмотрите, против одного Чети. По сути, плент пустой, там один игрок. Нуга пытается напрягать с окна. И сыграет ли Чети еще раз, я пока не знаю. Оп-оп-оп-оп, есть еще фраг, но его разменивают. Минус 2 за раунд. 4 в 3, тем не менее, ситуация. Численное преимущество за Майам. И хотя бы две флешки. Хоть бы две флешки им в арсенал, и все было бы... Все было бы намного радужнее. Теперь просто игра до контакта, и если бросить нечего, то, соответственно, и зааркадить ты с пистолетом не сможешь. Не сможешь влететь в плент, разобрать. Ну, в общем, все фронта падают, остается в живых на 20 последний геликс, достается этот минус РМН, счет становится 11-12. И вот тут припекло. Так, 3-6, 5-3, 5-6, но есть даже навик деньги у команды Miami Gaming. И они делают весьма неординарный бай, сбивают на ВП, покупают 3 кольта, 2 фамаса, фулл раскидка, 2 пакета диффузов и... Но все равно, пока все по инициативе португальской команды. Просто если взять сейчас, сломать в следующем португальцев, то можно реально рассчитывать уже там хотя бы на ничью Майамом. Но по мне вот то, что я сейчас вижу, мне кажется, что португальцы реально могут просто перевернуть. У них единственное, что вот Killdreamist пока не играет. 4 на 16. 4-6, 16. Это сурово. 6 ассистов. Недобор просто в 6 фрагов. Это... Ну, это либо что-то у него с интернетом, либо что-то с компьютером, может быть, с девайсами. Но когда у тебя 6 ассистов и 4 фрага, это явно знак, что тебе чего-то сегодня не хватает. С утра, наверное, не поел овсянки. Или там, не купил у аптеки развалины. Или он закончился в аптеке. Ну, беда. В общем, у португальцев растянутый раунд. Подготовка медла, подготовка главки, попытка выхода на 15, и Нуга не принимает. Влетает моменталка, Нуга... Оперируем по звукам, и Нуга зажимает двоих. Красавчики кик, но в этот момент была осуществлена раскидка точки Б. 2 в 1, кик проходит на точку. О, грубо говоря, без шансов падает Фешц, но, к сожалению, для команды кик Фоксирис зря рискнул выйти на хилпу. И, естественно, с ним быстро расправились. Так, ну давайте смотреть за эмоушеном. Так, одна голова не помеха, вторая голова тоже ничего. Третьего красным оставляет, и 1 в 2 остается парень, у которого недобор, 6 фрагов еще с первой половины. Ну что, потащит 6 на 16 против 19 на 16. 19 фрагов Чети, 6 Killdreamist. Ну тут уже такой момент. И... Обосрался сладенький! Ой-ой-ой! Как же ты просто отфейлился! Ну вот видно, что... Испугался, испугался выходить против парня со статой 19 на 16. И на этом, в общем-то, Counter-Strike для команды Kick в этой встрече заканчивается. И начинается мыльная опера под названием «Ну что, тащим или что?» Денег нет. Последний бай для команды Kick из Португалии. И эстонцы явно сейчас просто затроллили португальскую команду. Это эпично. Фоксирис минус Нуга. Фоксирис просто злой за прошлый раунд. Расправляется один с двумя игроками на главке. Безответная просто игра от команды Майам в этом раунде. Но 13-12 мы увидим, скорее всего, уже. И в следующем раунде Майам смогут попытаться продолжить свою борьбу. Здесь 2 в 3, и шансов вытащить этот сомнительный раунд очень мало. Если только команда Кик пропишет кил в консоли, и что-то получится. Так, ну все, это просто жесть. Смотрим за сейвом. Додж Фешс, экономика команды Майам. Ах, ну да, денег-то нету. Вот в этом и проблема, в принципе, сейчас у Майам. Они бы рады не дать сравнять счет португальцам, но вряд ли получится.
Денег не будет по-любому. Скорее всего, с двумя кольтами будут играть. Ну, давайте смотреть. Там должно немного насыпать. Да, 1-7, 1-4, 2-5, 1-7. Ну, короче, все ужасно. Все ужасно с экономикой. У португальцев же все хорошо. И моим нужно сейчас принимать решение. Либо укреплять двумя девайсами один плент, либо разбегаться, либо играть вдвоем на Б. И они принимают решение укрепить Б плент на четверых игроков. И вместе с ними туда идет девайс. Давайте смотреть, что будет. Но они решили сразу здесь поджечь яму. Команда Кик изолируется просто по максимуму на центре и явно не хотят парни идти сейчас куда-то спешить и драться, потому что тоже боятся опасных пистолетов, которые, кстати, Майам показали, вот Чети, например, да, что будет, если каждый убьет с дигла. Здесь дигла нету, но здесь есть 2 девайса, 3 пистолета. Кик понимает, что, скорее всего, это засада, но посмотрите, как остались стоять эстонцы. Они отдали, они забили просто и сказали, что да ладно, хрен с ним. Давайте сыграем дефолтную расстановку. Это правильное решение, но вот что происходит. Кики дергают аплент, и нет, просто перестройка. Я думал, пойдут что-то творить. Фоксирис 2 раунда подряд убивает главку. Феш, флешка. Убирает первого. Второго не хватает. Вот то, что с пистолетчиком остался, это плохо. Есть девайс, Нуга пытается его реализовать, но не выходит. И в итоге додза забивают уже на апленте. Тоже с девайсом, тоже Фоксирис. Минус 3 в раунде. Статистика Фокса 27-18, 6 MVP, при пинге 117, это более чем похвально. 21-16, Emotion, 3 MVP, 58 очков, пинг 51, тоже молодец. Ну, Кик разваливают, играя, грубо говоря, вчетвером. Ну, вы видели, как фейлит Kill Dreams. А вот Miami Gaming, у них у всех ровная статистика, видно, что стараются парни. И видно то, что действительно они команда. Ну и раунд, который может позволить, наконец-то, команде Кик выйти... Преимущество, которое у них Майам отняли в первой половине и заставляли терпеть раунд за раундом. Кстати, для Кик это первая игра за вечер после Прака, официальная игра, поэтому, возможно, их вот такое неуверенное действие. Лол, тут же вообще без бабла остались, они же закупались в том 3-6, 2-8, ну беда. Так, нормально заходит Геликс. Ну да, в важном раунде надо рисковать, он это делает. Аплент, тем не менее, запирается. В этот момент происходит раскидка Б плента, пытаются принимать Майам. Дотс удивляет нас, но пропускает РМН. 1 в 2 остается португальский Рома. И бомба ставится... Так, ну, бомба на болото. Игра против Хелпы. Видел Геликс или нет, не знаю, но тот уже в церкви. И это проблема для РМН. Девайс с дуги. Геликс на точке, не может найти никого. РМН очень сосредоточенно, сконцентрированно играет против пистолетчика, против шагов, но вот сейчас он может просто проиграть, потому что с преимуществом все-таки здесь у Чети. Ой-ой-ой, Чети просто повелся и в итоге не стал обходить Б3, в итоге заканчивается все печально для Miami Gaming в шаге от победы. 14-13, теперь уже Miami надо догонять, но это уже рандомный раунд, в любом случае Miami... Выкладываются на все 100 в матче, так и ХП спрашивает Чети. Ну, вот он не понял. Чети просто, наверное, думал то, что там остался хеленый чувак. Но у Ромена была сотка. Если бы он был чуть-чуть хеленый, конечно, этот раунд бы проигрывался уже в любом случае. Несмотря на это, матч продолжается, и мы смотрим за эпичным противостоянием. РМН. Вот автодиректор показывает нам его. Ну и как вы можете увидеть, это весьма стандартная перетяжка от португальцев. Подготовочка. И, по-моему, они пойдут сейчас в церковь, либо это просто была флешка лишняя, которая полетела. Хотя лишняя она вряд ли была. Тем не менее, проходит нормально на кафель, сопротивления нету. Старается вот выжить пеш вместо смены позиции, пытается драться. Ну и дот СВП тут ничем помочь не может, дыма много. И дымы команды Кик сейчас реально были настолько тактически эффективными, что Майам остается надеяться только на какие-то ошибки. И ого, все, развалин в церкви. РМН в нышке. Короче, Кик уверен в том, что этот раунд за ними. И, по-моему, это 15-13. Майам в шаге от победы в этом матче просто отправляются тащить на ничью. Ну вот, если кто-то ставил в коэффициент 9 на eGamingBets.com с там хотя бы $20, то, возможно, сейчас, ребята, вам повезет и залетит хорошая денежка.
15-13. Лагает Emotion, но это не беда. Два матчпоинта у команды Kick. Для Майам тоже идет бай на последние деньги. И это, несомненно, нас всех радует. Ну что ж, Майам решаются на поджим в предпоследнем раунде для них. И, в принципе, открывают счет. Motion Kill Dreams падают, но остался Мутирис, Фокс, и это явно сильные игроки. Мутириса забирает в доме, пушим Хеликс, нестандартные действия, и... Ну, вот шансы на 15-15 были, но вот после этого того, что мы сейчас с вами увидели, может быть, все очень плохо, но нет, Феш все-таки реализует свой маг и фармит денег очень-очень много, но 15 раундов отдано. У команды Kick остается неплохая экономика на последний раунд. Что касается команды Майам, то вы сами все прекрасно видите. Естественно, деньги у них есть, чувствуют они себя очень-очень хорошо. Ну и счет в этом матче пока что я не знаю, какой будет, если честно. Давайте смотреть карту. Ну, Kick думают. Kick думают. Они хотят верного раунда, который точно уйдет к ним и даст им 3 очка в стар-серии. В турнирной таблице. А команде Майам все, что нужно, это просто вовремя перетянуться в одном из раундов, чтобы закрыть нападение. Так, ну вот... не уверенно. Думают португальцы заходить на главку, пытаться или нет. Да, все-таки раскидали, запустили РМНа. Пытается пройти 15, смотрим на него. Он белый просто, как я не знаю, тесто для пирожков. И в итоге... сам себя запирает в угол, получает молота в пулю в лоб. И команду Kick сейчас просто прочитали. Пытаются выйти на Б. Дотс спасает ситуацию. Убивает здесь, убивает там. Жесть, какие размены. Остается Emotion Kill, который не тащил. Это все-таки боевая ничья. 15-15. Этого мы не ожидали. Но доминация, опять же, в первой половине показала... что команда Майам действительно очень-очень сильная. Ну и результаты сегодняшних матчей, друзья. Alternate Attacks расправились с Aces 16-7. 11-16 сыграли мим. Невероятно напряженный, интересный матч. Майам Гейминг против Kick. И на десерт нас ожидает заруба Kick против команды GamePub. Мы увидимся с вами уже на этом матче. Он начнется через 10 минут. Оставайтесь с нами, далеко не уходите. Мы скоро вернемся в эфир.